Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит, с вами папа, который рисует. Сегодня я хочу нарисовать новогодний рисунок. Новогодний рисунок я рисую свинку Пеппу. Новогоднюю. Я постараюсь нарисовать очень просто. Вообще трудно усложнить свинку Пеппу. Я нарисую ее носик и голову. Смотрите, как я рисую голову. Вот так вот. Вот такая свинка Пеппа. Теперь я нарисую два черненьких дырочки, это два пятачка. Как бы один пятачок и два кружочка. Теперь нарисую глаза свинки Пеппи и зрачки. Отлично. Улыбочку и щечку. Такая свинка Пеппа получилась. Теперь я хочу нарисовать ей шляпу. Не такую обычную шляпу, а новогоднюю шапку, красивую. Вот такую, с колпаком. Можно назвать, что это колпак Санта-Клауса. Конечно же, моя Пеппа похожа на Санта-Клауса. Она такая толстая. Здесь я ее нарисую такой пузатой. Ну что, Санта-Клаус, он тоже такой пузатый. Так, вот мы платье нарисовали. Теперь нарисуем бляху. Бляха? У Санта-Клауса есть бляха и пояс. Нарисуем пояс. Отлично. Теперь ручки. Одна ручка. Вторая ручка. И, конечно же, варежки. Варежки или рукавички. Как их кто называет. Такая свинка Пеппа хороша. Но только нужно нарисовать ножки и валенки. Свинка Пеппа ходит в валенках. Вот в таких вот. Вот в таких валенках она ходит. Такая вот Дед Мороз. И, конечно, не забудьте сразу же нарисовать хвостик. Потому что в прошлый раз, мне кажется, я забыл сразу нарисовать хвостик и потом подрисовывал. Нарисуем такую свинку Пеппу. Рядом я нарисую разные снежинки. Такие вот. Большие и маленькие. Несколько снежинок нарисую. Ну и достаточно. Теперь раскрасим. Раскрасим мою свинку Пеппу розовым. А, пятачок розовый. Розовые глаза никакие у нее. Нету цвета у глаз. Они белые и с черными зрачками. Ну, потому что так рисуют аниматоры. Мы рисуем, ровненьким закрашиваем, отлично. Так, что еще? Еще пятачок надо закрасить. Нет, пятачок, вот этот хвостик. Ну и все, розовый закончился. Давайте нарисуем одну розовую снежинку. Отлично. Теперь я возьму немножко потемнее розовый и нарисую темный вот здесь. И чуть-чуть подкрашу мою свинку Пеппу, чтобы она была поярче. Отлично. Следующий цвет — это красный цвет. Он везде используется, везде прям, я везде беру и крашу красным. Пальтишко, шубку Санта-Клауса покрасили. Здесь покрасим. Здесь варежки и вот здесь. Она такая в красном. Отлично, это мы нарисовали. Ну вроде бы все. Давайте одну снежинку нарисуем еще тоже красным. Так, она блестит красным. Отлично, это мы нарисовали. Теперь я возьму и буду использовать черный. Черный я буду использовать вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. И вот здесь. Потому что валенки у нее тоже черные. Нарисовали. Теперь я хочу использовать желтый цвет для моей бляхи. Здесь желтого мало используется. Здесь, ну и вот только я еще использую такую кружочек вот для моей снежинки нарисую. Так, снежинку нарисовали. Я хочу еще, не все, я хочу еще голубой использовать. Я хочу голубым нарисовать снег, где она стоит, сугроб. И подвести немножко голубым ее пух. Пух и мех. Мех, наверное, это мех. На шубке. Ну вот такой рисуночек, ребят. Это просто голова, носик, ротик. Все нарисовать очень просто. Рисуйте вместе со мной. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.